я он выехал. Ты на месте? Кто? Что? Ты что, не в себе, что ли? Нет, нет, я понял. Я на месте. Я в норме. Ну, давай. Второй этаж. Квартиру срисуй, квартиру. Ну попробую. Это что там с тобой? Это твои деньги. Ну сейчас иду. Я не могу уже, Гена, сил нету. Столько времени, как в тюрьме, ну когда это все кончится? Любонька, ну потерпеть надо, недельку, другую и все. Да я не за себя, Гена, не за себя, я еще выдержу. Люба, успокойся, мне жалко. Милый, успокойся. Успокойся, пожалуйста, все будет хорошо. Дернешься, шею сверну. Помнишь меня? Максим? Нет. Максима ты посадил. А я тот подонок, которому терять нечего. Спокойно, спокойно. Не знаю, как вас, но чем я могу помочь вам и себе заодно? Как вы меня нашли? И что ты успел передать? Ну? Торпеда. Что? Какая торпеда? Настоящая. Которая бьет в цель. Природа, ты моя богиня, в жизни я лишь тебе послушен. Я отверг проклятие предрассудков и правами не поступлюсь. Пусть младше я, чем брат, побочный сын. Что значит сын побочный?
Не крепче ли я и краше сыновей иных почтенных матерей семейства? За что же нам глаза колоть стыдом? Стоп, стоп, Рубик! Ну ты что, охренел, что ли? Ну, блин, ёшкин ты кот! Рубик, колоть, глаза, стыдом. Это не в буквальном смысле. Чё ты мне здесь сейчас козу показываешь? Ты что, по-настоящему решил шнифты потушить? Олег Васильевич, ну ты же сам позвал, как этот, Троцкий. Станиславский, Рубик. Да, он говорил, туловище не врет. Рубик, тело не врет. Не врет, мое не врет, мамой клянусь. Мой этот, органика такой, ты же сам знаешь. Рубик, послушай меня внимательно. Ты пойми, твой персонаж, он не столько испытывает гнев, сколько он? Он обижен на весь мир, Рубик, ты понимаешь? Обижен! Кто обиженный? Я обиженный! А ты чего ора на режиссера? Хлебалом щелкаешь? Тебе сказали пальцы не гнуть! Не гни, короче! Что ты? Стоять! Так, ну-ка идите нахрен, зовите эту Корделию. Отрастил грабки до колена. Жрак, жрак каспийский. Придурки. Просто не верю своим глазам. Ой, спасибо. Ну, вот это другое дело. Мы уж хотели было деревянное оставить. Не-не, ничего страшного, я сам. Спасибо вам огромное. Если б не вы, знаете, здесь вообще какое-то неправильное отношение к театру. Ведь в этом скудоумии, в этой серости театр единственное спасение для человека. А здесь все живут по понятиям. Косяк, западло, сотрудничество с администрацией. В общем, бред какой-то. Вот жалко, что вы к нам поздно сели. Так бы играли в спектакле. А, ну да, вы же говорить-то не можете. Ничего, могли бы фехтовать. Ты его это, в балет определи. Вот за что я люблю нашего Гефеста. Это за его тонкий кузнечный юмор. Хотя фактура потрясающая. Сколько раз уговаривал сыграть Кента. Вулканов, да. Сыграете у меня Кента? Нахрен мне это нужно. О, слышали? Ой, а какие типажи среди блатных? Ой, это что-то. Вы видели Империала? Фантастика. Вот настоящий лир. Ну, хотя наш лир не хуже, но другое решение. Жалко, откидывается на днях. Ума не приложу, что без него буду делать? Вулканов, извините, вы не поможете? А? Понятно. Не-не-не, что вы, я сам. Чудотворные земли, подобно глаз моих слезам, забейте ключами. Олег Васильевич, там у гонореи истерика началась. Робик, не гонорея, а гонорилья. Жена началака, барыня. О, силы чудотворные земли, подобно глаз моих слезам, забейте ключами и уймите боль души несчастного. Ищите же, ищите немедленно его, чтоб невзначай отчаясь не покончил он с собою. Что вы на цирлах, у нас 5 минут, замок клюва я открою. Так, ты на шухере. Ну, шумнешь. А, апельсин, ты чё в натуре? Чё? Репетирую я, чё? Репетирует он, иди там репетируй. Так, интересная концепция. Да, я еще не вижу, как нагрянет вас сестра.
Ваша работа. И кузнеца уговорили. Делайте успехи. Он ведь просто так ничего не делает. Редкий жмот. Да. О, помогите мне, вы все, кто хочет. Ну что ж. Похвально ваше участие в общественной жизни. Завтра премьера, даже завидно. Лир. История о любви, о невероятной гордыне и расколотой империи. Между прочим, такое событие, а вы хотите испортить. Нельзя совмещать два таких мероприятия. Вам-то это зачем? Вам это нужно? Да. А вот мне ни к чему. Может, спортивную часть отменим? Я все равно не увижу. Понимаю. Не сейчас, так в другой раз. Скажите, это что? Способ самоубийства? Интересно, а что? А, борьба. Ну хорошо, даже если... Если вы его... Вам-то что? А вот мне ваш противник совсем не нравится. Его действия могут спровоцировать бунт на зоне. Так же, как в ростовском СИЗО. А если вы его победите, рухнет авторитет актива. А это мне ни к чему. Зато есть компромисс. В случае твоей победы ты встанешь на его место. Не заменишь, нет. А встанешь на его место. И тебе здесь ничего никто не сделает. На зоне это закон. Согласен? Либо никогда мне не ври, либо завтра сдохни. Гражданин начальник, осужденный Барабин, 68-го года. Да знаю я все про тебя, что тебе? Вы меня искали? Подожди. Здесь? Вы давайте это, занимайтесь, давайте, сражайтесь это, давайте. Кстати, зайдите-ка ко мне завтра сфотографироваться на память. Пойдемте. Трон в решетках весь, цепи. Ну как, я же объяснял, это символ несвободы. Пока Лир король, он не свободен. Остро, оригинально. Погодите. А что это у вас часть костюма в полоску? Не, ну ешкин кот, и здесь хоть совет какой-то. Извините. Да ладно, не кипишись ты. Я, между прочим, когда ты в ясли ходил, в 6 утра на Гамлета с Высоцким занимал. На Таганке? На Таганке. Серьезно? Так что... Творите. У нас тут полная свобода творчества. Не знаю, кто это нашел. Но сюда только прапору с водопроводчиком. Можно. Давай ты мне сейчас поможешь. Говорят, старый колодец еще казаки прорыли. Ну это так, беса гонят. Тут при Сталине
военный объект был. Барабин, вы ж талантливый человек. Вы ж за границей были. Господи, как же вас на разбой-то вынесло. Как в плохом кино, ей-богу. Пугач в руки, чулок на голову. Ведь 6 обменников взяли. Не 6, 5. 6. Да в одном вообще денег не было. Деньги-то зачем нужны были? На постановку не хватало. Оставить что хотели? Лира. А теперь вот сбылась мечта идиота. Нет, все-таки я вас сфотографирую для музея. Спасибо. Днем тебя на реке увидят. Идти ночью надо. Только вопрос, как в клуб попадем? Если со спектаклем будет все в порядке, я могу рассчитывать на условно-досрочное? Нет, рановато. Вы еще 2/3 срока не отсидели. Барабин, спектакль – это, конечно, хорошо. Но ведь что-то нужно и полезное сделать. Я вас понял. Слушайте, давай, а где кузнец? Вон. Вулканов! Я. Начальник лагеря любезно вас просил напомнить об одной работенке. А чё? До завтра льва закончим. Смотрите, это ваш шанс. Скажите, а правда, что губернатора тоже зовут Лев? Лев Павлович. И еще, Барабин. Смотрите, чтобы мне за вас это завтра стыдно не было. Не будет. Надеюсь. Слушайте, я там чуть не посидел. Ну что, свалил змей поганый? Да свалил. Хотя черт его знает. Он что, на самом деле все знает? Или так, понты колотит? Если ботл не привяжешь, он все и узнает, понял? Скажи-ка, Станиславский, а у кого кроме прапора есть ключ от черного хода? А кто у нас в зоне главный режиссер? Империал, конечно. Опа. Я тебе потом объясню. Ну, давайте, удачи вам. У нас завтра с вами большой спектакль. Ты гонишь, слышь, сапог, где я его сломал? Как мы теперь? Отвалился он как-то. Ну, чего вы остановились? Завтра у нас премьера, между прочим. Да вот, меч сломался. Как поломался? Ну вот, придурки, а? Дай сюда. Кучеренко! Резнюк! Я! Шарафутдинов! Я! Кучерук! Я! Орлов! Я! Серебренников! Я! Виноградов! Я! Баранов! Я! Титов! Я! Охотниченко! Я! Полтавский! Но! Гвоздь! Я! Ибрич! Я!
Чайка! Я! Городничий! Евсеенко! Ну! Симаков! Я! Розоров! Я! Красин! Я! Добринец! Я! Трубич! Я! Все! Сегодня в 7 часов утра была пресечена попытка побега. Осужденный Яровой пытался покинуть территорию зоны в мусоровозе. Осужденный после санчасти будет отправлен в ШИЗО. В отношении его будет возбуждено уголовное дело. Остальным напоминаю, что сегодня после ужина в клубе состоится премьера спектакля «Король Лир» с моим личным участием. Все рамсы в рифму попутал. Век бы мои буркалы этого позора не видели. А чифернуть успеешь? Я тебе чиферну. Мужчины, хватит волноваться. Да, ништяк, кентяра. На рывок легче уйти. О, я туда не пойду, даже за УДО. Убей базар в натуре. Только петух второй замах делает. А ну, прекратить кипиш! Все будет хорошо. Вот. Отвар. Пей. Thank you.
Лир. История безумного изгнанника, над которой мы могли бы вместе посмеяться, если бы у нас не было сердца. Или заплакать, если бы у нас не было ума. Но пусть каждый из вас решит сам, кто он. Бессердечный умник или милосердный глупец. Что они делают? Это же схема зоны. Ну да, они ее и делят. Мы разделили край наш на три части. Ярмо забот мы с наших дряхлых плеч хотим переложить на молодые. И доплестись до гроба налегке. Приблизься, наш милый зять и сын, корнуэльский герцог. А че у них с бирками даже женщина? И ты, и все в полосатом. Так, все сидим. Не мешай смотреть. Тоже. Господа сидельцы, чтоб не тянуть за хрен енота, начинаем хоровод! В красном углу! Сладкий! Держит стойку за актив зоны. В черном углу! Немой! Тянет мазу за честных пацанов. Бодалва идет по беспределу, грабками, без железа. До полного отплытия одного из участников. Ну чё, пусть заколбасит сильнейший! Мы с тобой, Антоша! Молчать! Молчать! Не сметь соваться меж драконом и яростью губительной его! Ее любил я! Ей хотел под старость я верить свой покой! Прочь с глаз моих! Пусть гордость и она! Шнырюга! Совсем обратил в натуре! Прощай, король! Ты показал вполне, что близ тебя нет правды и свободы. Уходит Кен, куда глаза глядят. На новом месте жить, на старый лад. Ha!
здесь согбен годами, горем и нуждой. Пусть даже боги вашим попущением восстали дочери против отца. Вам кажется, я плачу. Я не плачу. Я вправе плакать, но порвется сердце на 100 частей, прежде чем посмею я плакать. Шут мой, я схожу с ума. Жена нашлага. Сучара. Сам виноват. Зачем мой дом покинул? Пускай теперь пеняет на себя. Его принять могла бы я охотно. Без свиты только. Ваше имя Гонорилья? Вот и другая из-под лобья смотрит. Ее душа видна из этих взглядов. Остановить ее! Огня сюда! Оружие, мечи! Наш суд подкуплен! Зачем это что, Шекспир написал? Тут ничего же не умеет. Да. О горе, государь! Где твердость ваша? Где терпение ваше? Не в силах удержать я слез своих, боюсь себя я выдать. Дочки мне, и вас не упрекаю в бессердечье. Я ль царств вам не дарил, не звал детьми, ничем не обязал. Тогда свершится ваша воля злая надо мною. Я ваша жертва. Что с человеком творят? Да. Мусульманы поганые. Что менты делают? Да. И больной. Кто в брак вступает в торопях, не позаботившись о крови, тот скоро будет весь во вшах, как оборванец на соломе. Поверь, виновных нет. Никто не совершает преступлений. Берусь тебе любого оправдать за тем, что вправе рот зажать любому. Сюда! Давай!
вас остался глаз. Обидчик ваш наказан. Посмотрите. Нет. Он не поглядит. Вон студень гнусный. Где теперь твой блеск? Должен сделать я добро, хоть это непривычно мне. Пошлите в тюрьму, не медлите. Я дал приказ лишить Корделию Элира жизни. Тебе старый волчара заказал. Спас ее, а вот теперь она ушла навеки.
Корделия! Чуть-чуть повремени еще! Что ты сказала? Да, у нее был сладкий голосок, что так прекрасно в женщине. Он умер! Некому помочь.